Тихвинская икона Божией Матери из села Большое Жоково будет принесена в Солодчинские Рождества Богородицы монастырь. История старинной иконы, которую верующие стали называть Жоковской путеводительницей, известна с 2000-х годов, когда ее передали в сельский храм. Позже была приобретена другая, большая икона, и про первую забыли. В 2005 году послушание настоятеля храма было возложено на иерея Павла Нейгума. При нем старинный образ, имевший несколько повреждений, отреставрировали. Для него изготовили новый киот, а позже перенесли из алтаря в иконостас. В Солодчинской обители святыня будет пребывать 2 дня. В 16:30 20 августа состоится встреча иконы. В 16:45 начнется всенощное бдение с пением параклиса. На следующий день божественная литургия в обители начнется в 8:30. Во время пребывания образа в монастыре все желающие смогут помолиться у святыни и приложиться к ней. Адрес: Рязанская область, город Рыбное, телефон 8 920 636 92 54.